Варпач! Всем здорово, ребята! С вами Варпач, Кофи, Exile, Fresh и Endify. И сегодня мы с вами поиграем в троллинг скилл тест GTA 5 Online. Всем здорово, дорогие друзья! Красава! Ох, и нас уже 3000. А только еще следователь. Да не, ладно, ничего, спокойно. Толя отмолчался это время. Опа, а здесь что, тупик? Капец, а куда ехать? Холодно, да. Так, пацаны. Вниз реально. Анатолий, подскажите, пожалуйста. Ничего себе! Да. Где у нас проходик, а? А подожди, что? Мне кажется, слева, пацаны, я уже здесь. Так. Тут достаточно просто посмотреть, а где чекпоинт-то? А, я у Волрайда, все. Какой Волрайд? Чего вы говорите? Так, вон там чекпоинт у нас. Олег, что случилось? Нет, слушайте, по-моему, по левой стороне, парни. Там да. По Волрайду, только... где буст не надо юзать, там вверх. Какой, ёпта, левый, там не вниз надо, там не вниз надо съезжать. Так. Подождите, я вот здесь вот что-то заметил. Я нашел проходку, пока, пацаны. Я тоже проходочку нашел. Атеньки, барахтеньки, опачки. Макс, что там дальше? Пацаны, слева не слева? Короче, я на Волрайде, пацаны. Ой, подожди, не слева. Кирюх, ты не туда поехал, Кирюх. А куда? Там не надо в воду ехать, иди сюда. Да, там выше. Вы что меня бросили? Это вот эти заехали. Андрюх, тебя тоже бросили, да? Я проехал. Да, я тоже. Поехали, чекпоинт возьмем. Ну что, вы так быстро это троллинг уже одолели, что ли? Вы как так? Мы не будем говорить, что там... Пацаны, я туда случайно упал. Нет. Илья, поехали их подождем сначала. Тут сюда, на второй этаж. А я правильно приехал, Олег? Слева или справа? А, ты еще тот, что Слева. Давай, Андрюха. Так, залетай! Ой, вот она спиралька, о которой говорил. Иди сюда, здесь выше, Андрюх. Я не могу, я в воде лежу на пляжу. Андрюха такой, а я лежу на пляжу. Посмотрите, черненький пролетел. А куда тут надо? Кирилл, рано. Поскольку ты, брат, сильно в конце не разгоняйся. Блин! Все, не разгоняй. Тихо. А другой брат меня это хотел сказать. Я тебя притормозил. Некрасиво. А там все-таки слева, да, надо поворачивать? Слышь, не скинешь. Воу! Да угол, да, пацаны, чё? Хватит, ты на крышу скатывался, Близко, да, было? Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Только так понимаю, я один был, да, когда он остался? Не-не-не, я с тобой, Андрюх, я просто... Кирилл, смотри, хочешь прикол покажу? Кирилл, смотри, вот, отъедь. Держим все вместе. Смотри, оба. А, ты в бочину сейчас? Да, знаю этот прикол. Илья, ты что-то хотел сказать? А мы, надеюсь, на лоха играем? Да, на лоха. Кто последний, тот покупает? Кто последний, тот покупает всем пиццу. Окей, кто последний, тот покупает пиццу. Согласен. Всем. Анатолию не распространяется. Всем пиццу. Толя у нас недавно. Толя у нас... Я новичок. Не, погоди, а когда я недавно был чмом, имел играть, то на меня это право не распространялось. Ладно, Толя, ты в игре, если проиграешь, но это будет стимул тебе научиться играть в GTA. Замечательно. У нас в банде быстро вопросы решаются. У нас кибербуллинг тот, ребят. Еще кибербуллинг, да. Вафлом в семье не щелкают. Вафл? Так я понял. Вафл. Налево, да, туда вот? У Макса какой-то вафел есть, почему у меня его нету? Андрюха, подожди, стой. Здесь налево или направо? А я не знаю. Здесь наверх. Налево, походу. Блин, да нет, да стой. Вижу чекпоинт. Подожди, стой. Надо вниз. Я все это время ехал, это же тролль был. Я же тебе сказал, наверх. Я взял чекпоинт. А, во, я правильно еду. О, все, теперь поехали. Там в эти дырки надо проезжать, ребят. Да, дырочки. И там просто летите. Троллинг, азиатские дырочки. Ой, подожди, а я направо поехал, неправильно, да, поехал? Бля! Подожди, Кирюх, я не понял, куда ехать. Два нуба, понимаете, два нуба стоят. Подожди. А нам вылетать отсюда надо или нет? Да, я чувствую, мы встретимся в Калининграде. А я откуда знаю, что ты вылетел? Если ты хочешь лететь. Все, лечу, вижу чекпоинт. А, все, я увидел, куда надо. Слушайте, ни хрена он тут запутал, ёпрст. Кто он? Изи. А это же создатель этого. Кто создал тебя такую? Погоди, пахнет. Все, а я целую. Только не взорвись. Нет, ты какой-то бешеный чувак. Илья, ты гонишь, что ты уже все разыскал тут? Только что увидел. Да что ты там увидел? Вот здесь чекпоинт, на нас наебали. Какая-то бомжёстская тема. Спасибо. Слушай, у тебя уже скиллуха троллинга на сдрочера, да, прям? Чего? О, Олег! Спасибо. Я такой только в сериалах видел. Ребят, финишировал? Чего? Чего?
Ну, 4-5 минут хватило, чтобы пройти этот скилл. Да, прикольный скилл-тест, пацаны. Я вам. Я сейчас даже скриншот вам вставлю, там было написано минимум 20 минут. Кирилл, мы гении. Вы чё, вы вообще нормальные? Но пока что я могу финишировать. Финишируй. Пойдем дальше. Это что, как угроза звучит? Я не ожидал, что будет так мало. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. 10-20 минут хард-тролл. Да, 10-20 минут хард-тролл. Пацаны, проходим. Кто последний прошел, тот лошара. Сука, мне вообще насрать. Я за первое место, мне иммунитет. Толь, ты куда поехал? Ой-ой-ой, дружинка, простите. Я скоро вернусь. Кирилл, почему мы так вдвоем с тобой? Кирилл, нажми на Z один раз. Да. Z. О, и что? И что? Название. Хард ролл 10-20 минут, ну я и сказал об этом. Ты так сказал, не говори. А куда пройдите? Вот это нельзя было, да, об этом говорить. Попробуйте, пройдите. А что за кейки? А, я походу понял, куда тут надо ехать. Куда все дали? Жеть, не заезжает. Кирилл, вниз. Тут надо разогнаться и долететь. Пацаны, там внизу какая-то дырочка еще есть. Да, ну там тут ничего нет, Кирилл. Илюша. Да, скажи много раз и получится, Кирилл. А походу я понял, короче, да, должны на Волрайде. Не забывай, что это тролл. Как на Волрайде, да. Не зря стоит это ускорение. Кто там проехал? Толя, просто там поехал. Мне кажется, надо разлететь, знаешь, и типа перевернуться как-то. Как на Волрайде. Ребят, Толя проходит, он мне рассказывает. Смотрите. Чего? В смысле? Я с вами вот стою сзади. Я сзади вас стою, алоэ. Ну смотри. Алоэ? Опа! Алоэ. Мне кажется, надо как-то приземлиться на колеса и вверх туда полететь. Ну, вот я только наверное, что это сделал, не вышло. Прав, да. Вот и слева ускорение, видите, еще есть какое-то? Да, нет, там же не слева. Получается, я пою. Мы бы сами никогда в жизни бы не догадались, я думаю, надо все-таки, как Кирилл сказал, как сделать. Как туда пройти вообще, а? Блин, непонятно, слушайте, кто-нибудь может залезть? Я пойду посмотрю где, с обратной стороны, возможно, там какой-то проход я думал, есть. Ты прохождение так, будешь смотреть. Так, так, да, сейчас на ютубчике открою, найду этот скилл. Гайды, да. Как тащить в GTA? Прикинь, гайд на азиатские дырочки просто. В точности. А знаешь, да? Меня какие иногда умиляет. Ты типа открываешь азиатские дырочки, и там какой-то школьничек лет 5, наверное, проходит это за 5 минут, а ты трахаешься с этим 6-7 часов. Ну это тролль. Это, слышь, это реально. Ну это тролль, здесь какой-то другой выход, пацаны. Я тебе отвечаю. Да не. Да я отвечаешь? Вот отвечать никогда не стоит. Один порадуй, только ладно. Не зарекайся. Нет, я прям отвечаю. Тут какой-то другой проход. Потому что Илюша себя спросит по полному. Так, погоди. Я поспрошу с тебя. Пацаны. Он уже подожди, с Андреем спросил. А кто там? Олеженька уехал, ты посмотри. Олеженька, ты почему не рассказываешь? Втихую. Олежа втихую, понимаешь? Втихую, да. Толя, ты впереди меня едешь, ты уже второй раз. Я не понимаю, о чем ты, Олег. Вот так вот, да? Я с тобой в разведку не пойду. Подожди, нет, стой, мы еще Кирилл до конца не выяснили просто. А там вообще, там нам туда вообще, нет? Ага, нет, понятно. Неизвестно. Разведчики, разведайте. Я понял. Задание. Пацаны, короче, поехали чекать, откуда подниматься. Да, я да, понял. Ну, кстати, возможно, это правильный путь. Ну, что... в принципе, кстати, если там перелететь через трамплин, там, где Толя ну, сейчас. Ну так, да, да. Так, тихо. Да. Здесь это не надо не забывать, что это троллинг, пацаны. Ой, я прилетел. Ой, стой! Сука, мне на вирже надо было, да? Подожди, а как здесь? Ладно. О, подожди. Стой, пожалуйста, остановись. Так, стой. Да, мразин. Пацаны, да, нам надо туда. Куда? Туда. Объезжайте вот, все стороны, это говно боку. Вообще полностью. Почему? Ну потому что ну, здесь там нет подъем, заезда. Подъем наверх, да. Здесь просто нет заезда. Ты можешь 50 минут тут колупаться, мне кажется, и не пройдешь. Да ёпта. Серьезно? Серьезно? Так, Андрей, здесь надо разогнаться. Андрей, стой! Нет. Илья, я даже не долетел. Андрей, ну все, пока. Ну почему? Братик, кто там с тобой? Давай, долети. Отлично. Хорошо. Вышла на пол, молодая лошадь. Далеко. Я просто в миллиметре. Кирилл, все, хватит. Как ты так быстро доехал? А я правильно? Ну если как, я упал там же, где ты. Дайте мне болотово себе. Горели? Вот сейчас точно, вот сейчас только... инфа соточка я возьму. Главное, чтобы эта панелька была не ниже, все хорошо. На панель, быстро встали, на работу. Взял чекпоинт, все, изи. Мне нужна рука помощи. Изи. Спасибо, Кирилл, что подождал, все. Я тебе не прощаю. В смысле изи? Так, тихо. Так-то не изи. Так-то я даже не могу взять. Так, подожди. Подожди, а какой смысл? А какой смысл туда ехать? Если Андрей не может, то...
то Андрей покупает. Слева над картой, плиз. Слева над картой. О, Максим. Максим, а мы финишируем или нет? Максим, не, вы можете финишировать, а сколько вас на финише? А где Максим, подожди. Не финишируйте, подождите, стоять, кто еще? Я финишировал, изи не почувствовал, лол. Олег, ты не на финише? Не, только не финишируйте, реально. Так, секундочку, я просто еще не нашел финиш. Так, Олег. А там не надо искать отсюда вообще? Там внизу финиш. В каком низу? Андрей, ты немножко прыгнул. А зачем платформа? А, вниз? Да, не-не-не, нужно разогнаться и прям на точку прыгнуть. Или вообще... Туда? Проедь здесь под, проедь. Я так и знал, что нужно чуть-чуть меньше. Так там то ли попасть туда, вероятность, не знаю, вообще мизерная. Так, да не, нормально, там как раз разгоняешься, хрену, а зачем? О, Андрей, иди, я же прошел. Нам надо было сверху, Андрей. Опа. Не смотри. Не, пацаны, сегодня какой-то прям троллинг, аж три гоночки, за это однозначно лайк надо влепить. Ой, ты что, даже попадешь? Так, это гоночки? Ну, три с гоночки. Я попал! Я попал. Где надо поразмыслить мозгами. Так, подожди, ты сказал внизу, а ты уверен в этом, Макс? А, ну хотя, да, слушай, или опять спускаться надо будет туда? Просто спрыгни на пляж и все, и финишируй. Хорошо, сейчас попробую. Подожди, а где? Ты какой конченый чепушило, бля. Андрюш, словами давай это покажу. Эй, послушай, да. Ты смотри, поел, сразу борзый стал, а? Вообще-то я не ел. Кирюха, борзый? Блин, на баку едет, глянь. Борзый стал. Борзый, надо постараться. Так. А где, подожди, а где финиш? Мне сказали, на пляжу. А я лежу, да, я не в воде. Лежу. А я не в воду. О, я финиш нашел, пацаны. Не гляжу. Пацаны, я финиш нашел. Не. Гудбай, извращенка, пацаны. Я понял, а. Блядь, да ладно. Че, с Олега пицца, что ли? Оставьте. А сейчас мы в конце посмотрим, с кого пицца. Посередине, братья. Не, давайте по последнему раунду ориентироваться. Илья. Ну да, конечно, давай. Илья, как ты перелетаешь? Че это? Пизда, просто залупай. Тебя кто учил летать, а? Понимаешь, мы взяли ускорение сначала с самого конца, перелетели. Потом такие, ну там середины, знаешь, типа, и вы реально середины должны были в итоге. В итоге на 4 раза туда-сюда ездили. Ха, блядь, и так вся жизнь-то пиздей, еще и проебал, блядь, нахуй, как излиться, сука. Нахуя вы это делаете? Ты смотришь, стой. Макс говорит, ты кукухой поехал. А, блядь, у нас же не плейлист был. Плейлист из двух гонок был. Но я занял первое, второе и пятое место. Поэтому, блядь, я точно нахуй не последний. Ну, пацаны. Андрюшенька. Одна уже есть. Я не претендую. Стой. Андрей, ты раз не финишировал. Два раза. Андрюшенька, тебе адрес называют, чтобы купить на пиццу? Одну уже могу выпить, Максу ближе всего. Он в первой гонке тоже не финишировал, я говорю. Бля, ты хочешь, чтобы я реально вклюсил? Ну что ж, дорогие друзья, как вы видите, Андрюшенька забашлял нам пиццу. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. И всем спасибо за внимание, что посмотрели. Всем удачи и всем пока. Пока, всем пока, ребята. Всем пока. Хотыш, и нас уже 3000 тысяч. Привет, салют, хотыш. Дела отличные, и подписчики еще не раз услышат клич.